камни расположены в виде ворона по всей Камчатке. Картину молодых камчатских кинематографистов смогут увидеть жители всех регионов и граждане других стран. Благодаря вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой фильм «Камень ворона» включили в мультимедийную базу полетной развлекательной системы Аэрофлота. Было удивление и большая радость, потому что действительно такой человек, такой занятой человек, как Ирина Анатольевна, ответила нам примерно за несколько дней. Буквально несколько дней прошло, мы отправили письмо с этой просьбой. Очень радуем, что все получилось. Спасибо огромное, хотим сказать еще раз. Надеемся на личную встречу, что мы сможем показать и себя, и ребят, и рассказать наши будущие проекты, и показать их, и что... Также эта работа с Ириной Анатольевной, с «Единой Россией» у нас продолжится активно. Не только увлекательная история, основанная на мифологии коряков и тельменов, но и взгляд на жизнь на Камчатке. Премьера фильма «Камень ворона» состоялась в сентябре на Всероссийском молодежном экофоруме. После картину показали в камчатских кинотеатрах. За помощью в дальнейшем продвижении и размещении кинокартины руководитель студии «Блик» обратился к вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой. Парламентария проработала вопрос с генеральным директором Аэрофлота, и уже с марта фильм, который можно считать визитной карточкой полуострова, смогут увидеть все пассажиры крупнейшей российской авиакомпании. Что мы обращались в разные инстанции, мы писали разным кинокомпаниям, разным сервисам, которые, возможно, нас могут взять под свое крыло и так далее. Но, к сожалению, ответа обратного не было. Ирина Анатольевна ответила нам положительно, сказав, отправив письмо с тем, что она переговорила мало того, что с Аэрофлотом, так еще и с Министерством культуры Российской Федерации. И поэтому сейчас у нас уже мы заключаем последние документы, готовим последние документы для того, чтобы отправить фильм на Аэрофлот. Молодая творческая студия «Блик» сняла фильм, основанный на сказках и легендах народов Крайнего Севера. Главные актеры фильма – обычные жители края, самому молодому – 12 лет. Съемки были в Петропавловске, Ключах и в Кранотском заповеднике. Я попала в студию «Блик» 2 года назад. Я просто... Раньше студия находилась в маленькой библиотеке, и я пришла туда просто за книгой, и меня затянула эта компания ребят, их вид деятельности, чем они вот занимались. Потом мы начали снимать фильм «Камень ворона», и благодаря студии я побывала во многих местах, в которых бы не попала без нее. Это Кутхины Баты, Кранотский заповедник. Я полетала на вертолете, мы летали на вулкан Хангар, это вулкан озера. Демонстрация фильма на борту самолета поможет привлечь в регион как можно больше туристов, а творческие коллективы полуострова вдохновит на новые проекты. Ирина Анатольевна Яровая оказывает значительную поддержку Камчатке в разных сферах жизни нашего полуострова, в том числе и в сфере культуры. Очень радует, что она находит возможность помочь молодым талантливым камчатцам. Безусловно, это серьезная помощь в продвижении и развитии камчатского кинематографа, а для самих участников студии «Блик» это значимое достижение в творчестве и выход на новый уровень. Я очень надеюсь, что мы это все делали, опять же, не зря, что благодаря Ирине Анатольевне Яровой у нас повысится и туристический поток, и благодаря этому фильму, и что действительно люди... Улетая даже во Вьетнам какой-нибудь, либо в другую страну, либо по нашей стране, смогут посмотреть этот фильм и подумать, что почему бы нам не изменить курс на Камчатку либо в этом, либо в следующем году. Напомним, повышение туристической привлекательности и развитие потенциала Камчатки – один из приоритетов в работе Ирины Яровой. Она всегда ориентируется на интересы региона и предложения земляков. А когда в обращениях речь идет о жизни и здоровье людей, камчатский депутат всегда реагирует незамедлительно. Лисан Латыпова, Антон Дутов, информационное агентство «Камчатка».